Приветствую вас. Пишите вы, что вы с вопросом, но вопроса вы не задаете. То есть, по сути, у вас нет вопроса в тексте. Из-за этого не совсем понятно, в каком направлении вы хотите получить от нас рекомендации и советы. Вот. Ну, надо сказать, что советы психологи не дают, да? Вот. А в любом случае. Но вот определиться все-таки с тем, какой у вас вопрос, это было бы неплохо. Далее. До Нового года у меня очень много свободного времени, поэтому без помощи знающих людей я не справлюсь. Я каждый день смотрю, на кого подписывается мой молодой человек в социальной сети. А почему вы это делаете? Да? Вы пытаетесь молодого человека своего контролировать. Контролировать вы своего молодого человека пытаетесь из-за того, что не чувствуете себя в безопасности. Потребность безопасности связана с тем, что у вас отсутствуют личные границы и вы ревнуете. Ревность связана с такими аспектами, как страх одиночества, неуверенность в себе, отсутствие реализации, отношение негативное к сексу, как к чему-то обязательно грязному и так далее. И склонность к сравниванию себя с другими людьми. Если что-то из этого откликается вам, то в этом направлении нужно работать. Дальше. Там есть несколько девушек из паблика «Сексуальные девушки нашего города». Решил спросить, зачем? Ну, зачем он подписывается на них? Молодой человек ответил, нравится смотреть на красивых девушек, которые мне нравятся. С одной стороны, вроде понятно, мужчины типа все так делают. Ну, надо сказать, что не все. То есть, как бы, ну, делать нет. Но даже если это делают, то, ну, даже если мужчина это делает, то разница, как бы, значение этому придавать излишнее можно только в том случае, если вас это как-то задевает, потому что мужчины, как правило, четко разграничивают для себя все, что связано с сексом, и то, что связано с любовью, ну, в отличие от женщины. То есть мужчина может относиться к вам хорошо, мужчина может любить вас, мужчина может ценить вас и очень тепло воспринимать вас, но на других девочек смотреть просто как на объект, так сказать, на предмет, на куклу, и не более того, то для него это никакой духовной связи не несет. И, точнее, не связи, а духовной наполненности не несет. И вам, как женщине, возможно, сложно разграничить это, потому что для вас сексуальность и чувства идут вместе. Это мужчин это все-таки разграничивает. И, возможно, вся проблема в этом. То есть, можно лучше понять мужчину. То есть, вы пишете, вот что, с другой стороны, не могу понять, да, не могу понять из-за всех теплых и громких слов в мою сторону. То есть, это вот, грязкие противоречия, которые, возможно, обусловлены гендерной принадлежностью. Может быть, ситуация, конечно, и в другом. Например, в том, что вы не уверены в себе и склонны себя с этими девушками сравнивать. Такой вариант тоже возможен, но это станет понятно только после более детального разговора с вами. Как себя занять? Я придумала, чтобы не заниматься этим всем. Ну, то есть, по сути, вы придумали избегание, а не проработку проблемы.
смогу часть реализовать только с января, поэтому время в декабре все равно будет достаточно, чтобы заглядывать и настраиваться. Спасибо. Вы как бы здесь снимаете с себя ответственность на самом деле за то, что происходит. То есть в том смысле, что как будто заглядываете, да, вот вы заглядываете к нему на страницу, и как будто вы за это вообще не отвечаете. То есть вы заглядываете с определенной целью и расстраиваетесь вы по определенным причинам. Так давайте же, Карина, разберем, какие причины и какие мотивы двигают вами, чтобы заглядывать и расстраиваться. Я не думаю, что избегание проблемы, как вы выбрали, решит такую особенность ваших отношений. Я более того предполагаю, что если вы не станете более уверены в себе, то ваши отношения могут вообще развалиться, чего, я уверен, вы не хотели бы. Так что здесь нужно обязательно поисследовать этот аспект. А на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!